Здравствуйте, мои хорошие! Добро пожаловать на канал Таро Юлия Петрова. Меня зовут Юлия Петрова, вы на моем канале на YouTube, мои хорошие. Я рада вас здесь приветствовать. Мы с вами здесь собираемся, смотрим темы на разнообразные сферы жизни. Мы всегда с вами здесь проводим хорошее время. Вы со мной, а я с вами, как всегда, читаю ваши комментарии. Спасибо вам большое, огромное спасибо за теплые слова в мой адрес. Спасибо за то, что вы цените мой труд, мою работу. Мне это очень безумно приятно, мои хорошие, потому что это и есть высшая ценность, да, для любого эзотерика. Ну, во всяком случае, для меня это так. Я хочу вам сказать спасибо за ваши теплые комментарии, за доброту, за тепло, за мягкость, за вашу душевность. И, конечно же, я рада приветствовать вас на своем канале. Если вы у меня впервые, пожалуйста, присоединяйтесь. У нас здесь очень дружная компания. Вы здесь можете видеть сегодня мой имейл, потому что участились вопросы по поводу того, как заказать личный расклад. yutaro365@gmail.com. Пожалуйста, пишите на имейл. На имейл я отвечаю по мере их поступления, по нагрузке. Иногда бывает так, что в день по 15, по 20, иногда даже 30 имейлов приходит. Поэтому не удивляйтесь, если ваш имейлик день-два посидит, подождет своей очереди. Хотя иногда я отвечаю быстрее. Ну вот, ребята, как получается. Мои хорошие, сегодня тема расклада. О чем кричит его душа? Его крик о помощи, о жалости, о чем его крик сегодня? Давайте будем узнавать. Сегодня я посмотрю на вашего мужчину сигнификацию. Мы сегодня отойдем от классики немножечко, да, нашего порядка. Но недалеко, конечно, тройка мечей выходит. Тройка мечей, ваш мужчина, скорее всего, в очень депрессивном сейчас состоянии находится. Депрессия, разбитое сердце. Тяжелая история и возможные треугольники, в которых ему надоело сидеть. Наконец-то, да? Хорошо. Поехали. Ваш мужчина. Какой он? Кто это? Угу. Девочки, вот она, троечка мечей все равно вышла, да? Которая у нас выпадала из колоды, так сильно напрашивалась. Выходит она все-таки. И на сигнификацию мужчины. О мужчине, конечно, много чего можно сказать. А именно, мужчина очень интуитивный. Это тайны, покрытые мраком. Тайны, которые касаются его привычек. У него есть пагубные привычки, такие как алкоголь, наркотики, секс или употребление разнообразных веществ, да, увеселительных, так сказать. Вот, это то, что я хочу вам сегодня сказать в сигнификации мужчины в первую очередь, потому что это ключевое здесь, потому что это два старших аркана. Старших арканов на мужчину выпало 4 штуки, достаточно, 5 даже, достаточно большое количество. Сам мужчина выпадает на сегодняшний день таким пажом жезлов, это человек, который не очень сильно серьезно сейчас относится к жизни. Он достаточно много может работать на самом деле. Долго может работать. Может долго, в принципе, делать какое-то одно и то же дело без смены каких-либо событий. Я хочу также вам сказать, что, мои хорошие, здесь идет троечка мечей. Я хочу вот на чем сконцентрироваться. Здесь все-таки мужчина с очень разбитым сердцем, все-таки вот эта вот зависимость, она связана с тройкой мечей. Она связана с тройкой мечей. Вот эта тайна, покрытая мраком, вот эти все его, будь то похождение по женщинам, как ненормальный, да, ходит у вас. Либо он у вас любит выпить, да так выпивает, что прям, знаете, как говорят в Украине, мертвые бджолы не гудуть, а если гудуть, то тихо-тихо, да. То есть он на самом деле, как это, просто абсолютно, если выпьет, то пьет так, что до горла, до дна, да, с горла до дна. Либо если он у вас употребляет какие-то вещества, он злоупотребляет, он близок к зависимостям.
Он может иметь пагубные привычки, которые приводят его жизнь в непотребность. Это бессонница, это объедание, недоедание, это работа на износ, это какие-то странные привычки, да, какой-то способ жизни, который является для данного мужчины деструктивным. Это человек, который не очень сильно любит стараться для кого-то, кроме себя. Я хочу сказать также, что это у вас человек, который достаточно сконцентрирован на своей собственной личности. И если вы хотите услышать то, что он волнуется за кого-то, в первую очередь он волнуется сам за себя. Здесь достаточно серьезный сегодня манипулятор на раскладе у меня. Достаточно любящий страсть, достаточно высокого о себе мнения, при том, что сам выходит пажом. Это вот такая сигнификация мужчины. Небольшая сигнификация, коротенькая, но понятная. Ну, давайте посмотрим, о чем крикнет его душа, что сегодня он нам прокричит. Есть ли у него такой крик? Есть ли у него, девочки, такая проблемка какая-то в душе? Конечно, есть. Сразу старший аркан, сразу башня. Сразу башня, девочки, сразу башня. Вы понимаете, как здесь обстоят дела? По башне этот человек себя разрушает. У него настолько здесь крик, что он хочет сказать, что вы знаете, у меня просто, я сейчас просто взорвусь весь, если я не сделаю какой-то здесь шаг, какое-то слово не скажу, да, нужное, чтобы меня услышали. Но делать я ничего не буду для того, чтобы меня слушали. Понимаете, это противоречие самому себе, по большому-то счету. Согласны, да? То есть мы противоречим себе. При этом он хочет, чтобы было вот какое-то красиво. Вот если он приходит, то он любит прийти, чтобы он был вот как с чем-то прийти. Либо он не придет вообще, девочки. Такой здесь человек. Здесь человек, который любит, чтобы все было красиво, безошибочно. Это синдром отличника. Стопроцентный. У нас мальчик сегодня такой на раскладе. Мальчик как мальчик, да? Мальчику может быть и 40, и 50, и 85. Абсолютно стопроцентный мальчик. Я хочу сказать, здесь идет и паж кубков, и король пентаклей. Когда хочет, он может и принимать решение, и брать ответственность. Но он выбирает, как правило, быть пажом, потому что так проще, потому что это не требует какого-то углубления ментального. И он думает, я-то понимаю, насколько серьезно и насколько ей трудно со мной, но я не хочу углубляться в эти отношения, потому что я боюсь, что меня затянет, меня засосет, я могу не выбраться, я могу полюбить глубже, чем я себе этого хочу позволить. То есть он мне говорит о том, что он вот такой вот паж. Он действительно имеет к вам эмоциональность. У него он достаточно консервативен, но иногда у него могут быть всплески вот такие эмоциональные. Ой, я там вот это сказал. Ой, вот это. А вот тут ты знаешь, вот там серьезные какие-то вещи, да, заявления. Вы думаете, боже, сидел, молчал, никого не трогала я. И тут началось, да, какая-то это. Людмила, добрый вечер. Всех посылает налево, вы говорите, да, здесь. Помните королеву бензоколонки, да? Где конфеты кыс-кыс? 1,5 килограмма. Что вы, как Панас Степанович? Это женская слабость. Он ей говорит, что женская слабость? 1,5 килограмма. Она говорит, а печень кто кушал, да? Помните, как она его это? Ой, блин, гениальный фильм. Так, еще что? Конфеты кыс-кыс, 1,5 килограмма. Где кыс-кыс? Что здесь у него еще идет на душе? Какой крик души у него тут идет? Ой, одни старшие арканы, девочки. Он потерял, вот у меня что выпало из колоды, да, наверное, вам было интересно, это иерофант, это
То, что высшие силы, он вообще у вас такой, достаточно человек может верить в Бога, может бояться Божьей кары, Божьего непомилования. И знаете, самое интересное это то, что он сам знает, что он грешит, здесь делает какие-то поступки, это какие-то, скорее всего, сексуальные связи, какие-то пришел, увидел, победил, знаете, такой победитель у нас. От успеха аж чуть не лопнет здесь. Знаете почему? Почему я так говорю? Ну, император идет. А император у нас кто, девочки? Это мужчина, который по большому счету, в принципе, хочет мне сказать о том, что я вот так привык, мне все можно. Вот человек считает, что ему все можно, все дозволено, все всегда ему делать. А какие, в принципе, собственно, проблемы, говорит мужчина, да? Ну, захотел погулять, ну, погулял. Но это только на действиях. А в душе он боится все-таки высших сил, наказание за вот эти вот поступки, за гульки, за легкомысленность, за обиду. У кого-то даже, девочки, физическую обиду. То есть в физическом плане мужчина, может быть, к вам как-то плохо относился, вас обижал, оставлял это вас. Поверьте, когда мужчина женщину трогает, это в плохом смысле слова, да, то это всегда отражается на ее кармической ауре, да, на всех ее женских, да, началах, на это могут быть болезни с женской репродуктивной системой, потому что вы себя как женщина разбиваете, да, то есть в дребезги. То есть вы должны понять, что здесь такой манипулятор, мне все можно, но в глубине души он боится вот этого наказания. И это для него очень страшная вещь. Вот там где-то, вот там червячок точит, все равно еще что-то еще есть, да, у этого мужчины святое все-таки. Хотя не знаю, напишите, есть ли у вашего что-то святое или нет. Я думаю, что он кого-то здесь явно обманывает, он обманул, не получил ту отдачу, которую хотел. Он не совершил те поступки, которые должен был совершить. Это мужчина, который давно как-то испытывает судьбу, давно. Здесь карты разные идут, интересные. А что, о чем еще кричит его душа? Что он сегодня нам поведает? Что он не туда силу направлял. Вот его сильность, вот это, вот этот император, смотрите, как карты ложатся. Вот император, а вот он рядышком и отшельник. То есть, если слишком, знаете, много делать, если делать много дел, можно обделаться, называется. Вот это вот про вашего мужчину. Можно обделаться, по большому счету, потому что он здесь обделался по полной программе. Знаете почему? Потому что сколько вы здесь вытерпели, сколько вы тут выслушали, девочки, сколько вы здесь дали советов, ценных установок, в народе так называемых ЦУ, да, это только можно, ну, как бы, только подумать. Мы можем помечтать, те, кто этого не делал, о таком количестве хороших, полезных советов и каких-то лайфхаках, которые вы предоставили для этого мужчины. Я бы сказала, что это мужчина, который силой вот давал, вы знаете, в день по чайной ложке чувства и с подарками какой-то жмот, знаете. Но это ж все, оно не может быть так, что ты все время берешь и совершенно ничего не даешь. Это просто не работает. Так не работают законы Земли, понимаете? Так вот, что я хочу вам сказать. Вот это применение силы. В том плане, что он по тузу жезлов, да, это много огня, это эмоциональность, излишнее какое-то отталкивание людей от себя, женщину оттолкнуть. И зачем, и к чему я пришел, говорит он мне в картах, к одиночеству, это все ведет к одиночеству. Были советы, было общение, был добрый подход, и к чему я пришел? Ни к чему, абсолютно полный ноль получился, понимаете? Вот у него душа болит сегодня за такое. Достаточно серьезно, конечно. Еще крик его души. Давайте так скажем, что его по поводу вас вот больше всего волнует сейчас. Именно в душе. Так.
Ну вот посмотрите, ну как поймешь этих мужчин? Ну паш мечей, да? То есть он недоволен результатом ваших отношений, он недоволен тем, что у вас сегодня есть, он недоволен. Он хочет и с дерева вот не упасть, да, игрушку скушать, но ты задницу ободрешь обязательно, да? Ну, как бы не получится все-таки одной рукой тут игрушку кушать, а другой стороны лететь вниз, да? Вот. Грубо говоря, в народе с дуба на кактус шлепнется и так вот оп, и сразу, чтобы готово было. Но не бывает так, что ты по пажу всю дорогу, потому что он весь расклад в пажах. Он весь расклад в пажах. Один раз, но он поведение имеет императора. Вы понимаете, девочки, это не работает. Ну, на практике это не работает. Как ни крути. Потому что у него к вам есть чувства. При этом держал он вас в треугольнике. Скорее всего, были дополнительные лица, либо участники в этих отношениях в виде родственников каких-то, да, друзей и тому подобное. И это люди, которые помешали этим отношениям. Здесь была какая-то женщина, которая мешала отношениям. Здесь он разрешил этим отношениям быть такими непонятными и запутанными. Здесь вы были как королева кубков, да, это женщина, которая 100 раз прощала, 100 раз принимала, 100 раз говорила: я тебя вот такого любого приму. Женщина, которая была тузом пентаклей, возможностью. Да, для него это крик души, что он до сих пор так и не воспользовался вот этим, вот этими благами. То есть он не сумел, у него был подарок в руках, но он не сумел его, да, вот четверка мечей на дне колоды, он ничего не сделал с этим. То есть ему было дано, но он как бы как-то, как фанера над Парижем, да, пролетела, вот и все. Вот так. Ну и самый-самый такой большой крик души его по поводу вас. В любви он нам уже признался, что еще? Большое количество страсти, желания. Выплеснуть хочется это все. И хочется вас ощущать как женщину, да, в плане вот, чтобы вы присутствовали рядом, чтобы вы были недалеко, чтобы можно было с вами иметь какой-то обмен энергетический, какую-то вот семейность, да, даже вот человек хотел бы с вами, вот он примерял не раз семью с вами, как бы это было, чем бы это обернулось для него, да, но он почему-то в четверке мечей ничего не сделал, восьмерка мечей, вы знаете, это натуральные ограничения, я думаю, что все-таки у вас человек здесь либо не свободный, либо нашел другую женщину, что-то туда поперся вдруг, и у него не получилось здесь ничего. И он сделал не тот выбор, который, в принципе, сделал бы его счастливым. Но знаете, не всегда мужчины могут делать выбор, который, конечно, им хочется. Потому что есть ответственность, да, вы должны понимать, что есть дети, есть мамы, которые скажешь: мама, я развожусь после 20 лет брака, и мама там также сразу ласты склеит и уйдет в мир иной, понимаете? Поэтому так тоже бывает, и это тоже сложная ситуация. Поэтому мы здесь на канале эти все трудные вопросы рассматриваем с вами. Что еще он мне скажет? Сомневается, писать вам, не писать, звонить вам, не звонить, проявляться, не проявляться. Очень хочется, очень хочется. Делает вид, что ему безразлично, но обманщик. Обманывает себя, даже не вас, девочки, не вас обманывает. Двойка мечей идет. Смотрите, семерочка мечей. Он хочет появиться, но он просто не понимает, как это правильно сделать. Написать, позвонить, приехать, как, что, как планировать, так, чтобы еще и без проблем это все было, да, потому что у него эмоциональный кризис, девочки мои, сегодня, еще и карта влюбленных на дне колоды. Ну, здесь уже, конечно, слов нет, одни эмоции. Давайте доставать оракул. Давайте оракул посмотрим. Я хочу посмотреть вам его истинное отношение к вам. Я хочу посмотреть, жалеет ли он за вами. Вы для него, как знаете, как якорь.
Я люблю эту карту, кстати, когда спрашиваю о женщине, мне очень нравится эта карта. Вы понимаете, вы оставили незабываемый след своей красотой, своей фееричностью, своими попытками не быть идеальной где-то, да, своей натуральностью, своей честностью, своей здравостью, вот такой, да, чистотой, резкостью мышления. Женщина, которая и красива, и умна, и успешна, для него здесь, конечно, это для него, поверьте, для него это тоже как соревнование, состязание. Вы все успеваете, за вами не угнаться. И он понимает, что такая женщина, это только вот, как знаете, можно только посмотреть и поучаствовать просто. И то спасибо за участие, что называется. Вращайте барабан, сектор приз называется, да? А как совет от карт, вам идет: будьте хитрой, будьте королевой, будьте очень такой, знаете, манкой. Следите за собой, девочки, классно выглядите. У вас, кроме того, что новые отношения придут, и будете удивлены, насколько резко. А у кого-то уже пришли, кстати. Пока наш этот Козлодуев, да, тут думал в раздумьях, то уже новый мужчина здесь подрисовывается потихоньку. Да, то есть ваши песочницы хотят поиграться все. Хочу вам сказать предупреждение одно от карт, чтобы вы знали, что да, вы должны быть хитрые. Предупреждение от карт таково, что вы бойтесь резкой болезни. Почему-то у вас здесь идет предупреждение: берегите себя. Очень резко вас может что-то настигнуть сейчас. А почему-то здесь такой совет сегодня про здоровье. Очень осторожны будьте, а также будьте осторожны к тем людям, которых вы подпускаете близко к себе, потому что они могут быть не совсем честными, а показывать одно, а, конечно, быть совершенно другими. Ну и опять-таки всем норовят поиграть в вашей песочнице. Мне кажется, вы достаточно успешная женщина, и многие хотели бы оказаться рядом с вами. Поэтому будьте, пожалуйста, самостоятельны, самодостаточны и, конечно, проверяйте всех, кто появляется в вашей судьбе. На этом у меня сегодня для вас все. Я очень рада была сделать для вас этот расклад. Очень рада была погадать на колоде Таро, на оракуле антикварном для вас. Если вы не подписчица канала, пожалуйста, подпишитесь, я вам здесь очень буду рада. А если вы подписчица и вновь возвращающийся гость, я очень безумно рада нашей дружбе. До встречи в следующем видео. До свидания.